Юлия Высоцкая. Счастливая жизнь была короткой. На протяжении 3 месяцев актриса почти не спала и лишила покоя супруга. Она рассказала о состоянии, когда ей было больно, грустно и тяжело. Фильм «Рай» режиссера Андрея Кончаловского был удостоен приза за самую лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. А накануне картину представили в Москве журналистам. Супруга режиссера Юлия Высоцкая сыграла в этой ленте одну из лучших своих ролей – российскую эмигрантку-аристократку Ольгу, арестованную в 1942 году за укрывательство двух еврейских детей. По словам актрисы, напряжение во время съемочного процесса приходилось испытывать колоссальное. Сложно было возвращаться каждый вечер домой после работы над столь драматичной историей. «Я почти не спала», — призналась Высоцкая. «Такой уровень возбуждения от работы, такой уровень желания опять и идти работать. Мне еще повезло, что режиссер рядом. Я его могла ночью растолкать и начать обсуждать роль». А бедным артистам, которые варились в этом сами собой, приходилось страшнее. Это была любовь к процессу, и моя героиня купалась в этой любви. А дальше детали. Когда было больно, когда было грустно, когда тяжело.